Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 39, видение Акруры, текст 31. Шри Шука Увача. Ивам Брувина Вирахатура Бришам. Враджастрия Кришна Вишакта Манаса. Висриджа ладжам руруду смасуварам. Говинда дамодара матхавети. Перевод. Шукадева Госвами сказал, произнеся эти слова девушки враджи, связанные с Кришной неразрывными узами, впали в великое беспокойство, чувствуя надвигающуюся разлуку с ним. Позабыв про стыд, они громко кричали: «О Говинда, о Дамодара, о Мадхава!» Комментарий. В течение долгого времени гопи тщательно скрывали свою любовь к Кришне. Теперь же, когда Кришна уезжал, гопи пришли в такое отчаяние, что больше не могли скрывать свои чувства. Еще прочитаем текст 32. «Стринам и вам рудантинам удите савитарядхам, акрурашчодаям аса критамайтрадикорадхам». Но несмотря на слезы и причитания гопи, Акрура, совершив на восходе солнца свое утреннее поклонение и исполнив другие обязанности, зашел на колесницу и тронулся в путь. Комментарий. По мнению некоторых ачарьев-вайшнавов, Акрура оскорбил гопи, не утешив их, когда забирал Кришну в Матхуру. Именно поэтому позже, когда был украден камень с Ямантака, ему пришлось покинуть Двараку и разлучиться с Кришной. В это время Акрура был вынужден прятаться в столь неподобающем для вайшнава месте, как Варанаси. Судя по всему, матушка Ишода и другие жители Вриндавана не плакали, так как гопи, потому что были искренне уверены, что через несколько дней Кришна обязательно вернется. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутали своям рупа кадамаям дадати свападанчикам ванча калпатарубьяшча крипа сингупья эвача Атитанам павани бью, вайшнави бью, намо намаха, джая шри Кришна, чайтанья, прабу нитянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гаура бхакта вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвише Шашине Вади Пашчати Адеша Тарине. Шри Шука Увача Ивам Брувана Вирахатура Бришам Враджастрия Кришна Вишакта Манаса Висриджа Ладжам Рурудус Масусварам Говинда Дамодара Мадхавети. Шри Шукадева Госвами сказал, произнеся эти слова, девушки враджа, связанные с Кришной неразрывными узами, впали в великое беспокойство, чувствуя надвигающуюся разлуку с ним. Позабыв про стыд, они громко причитали: «О Говинда, о Дамодара, о Мадхава». Итак, мы продолжаем читать тему о том, как Акрура увозил Кришну Балараму из Вриндавана в Матхуру. И мы знаем, что человек, идущий духовным путем,
должен легко переносить всевозможные какие-то эмоциональные тяготы. В Бхагавад-гите неоднократно Кришна говорит, что тот, кто равно относится к счастью, к несчастью, к славе и позору, ко всяким разным проявлениям двойственности, тот воистину дорог мне, тот настоящий трансценденталист. Но это все имеет отношение исключительно к материальным ситуациям, которые впрямую не связаны с Кришной. Это связано с какими-то материальными объектами. То есть мы знаем, что всю Бхагавад-гиту Кришна объясняет правильное отношение к этому материальному миру, что этот материальный мир является временным, все формы являются временными. И поэтому привязанность к ним не должна быть большой. То есть мы должны взаимодействовать с материальным миром в том плане исключительно, что связано с нашей дхармой, с нашими обязанностями, но не более того. При этом мы должны понимать, что есть воля Бога, Бог дает, Бог забирает и так далее. И поэтому отношение ко всем превратностям судьбы должно быть таким философским. Этому нас учит Бхагавад-гита. Но вот здесь мы видим, что гопи вроде как не очень-то следуют этому учению Бхагавад-гиты, и Кришна уезжает в Матхуру, казалось бы, пообещал всего несколько дней, и гопи устраивают такую истерику, как будто это, значит, тут вечность и так далее. То есть как вот они соответствуют тем наставлениям, который говорит, дает Кришна в Бхагавад-гите Арджуне. Внешне это кажется чем-то противоречивым. В действительности нет, потому что в данном случае речь идет о привязанности не к каким-то материальным объектам, а речь идет о привязанности к Кришне. И эта привязанность не является предосудительной, наоборот, она является желательной. То есть мы знаем, что в духовном знании есть несколько этапов, как вот Махарадж Маламахарадж вечером рассказывал, что просто знание о том, что я есть брахман, что я отличен от тела и так далее, это знание само по себе бхакти не помогает как таковое. А преданному служению помогает такое понимание, что я не просто частица отдельная от материи, а я, что я также связан с Кришной. То есть есть негативное духовное знание, которое отделяет нас от материи, которое от санки, которое говорит нам, ты не то, не то, не то, не то, нет. То есть как бы негативное в том смысле, отрицающее нашу связь с этим материальным миром, в этом смысле негативное. А позитивное духовное знание – это то знание, которое утверждает нашу активную связь с Кришной. То есть вот это вот, значит, знание, что не просто я душа, отличная от тела, а что я душа, отличная от тела, я слуга Кришны. Вот это знание помогает бхакти. И в данном случае мы видим, что гопи сокрушаются, проявляют такую очень повышенную эмоциональность не в связи с какими-то материальными объектами, а в связи именно вот с объектом высшей привязанности к Кришне. Поэтому их эта привязанность, она как раз является достойной поклонения. Потому что живое существо не может быть ни к чему не привязано. Это вот такие школы, как буддизм или майявада, они... В общем-то, так сказать, пропагандируют идею полной отрешенности, потому что все формы, даже какие-то божественные формы, формы аватар объявляются определенной майей, как там в определенных школах буддизма, допустим, говорится, встретил Будду, убей Будду. Вот, потому что все эти формы, это просто какая-то иллюзия. Тут для новичка, для каништхи, они говорят, вот, какая-то привязанность, какая-то вот, какие-то там тоже в храмах Будды ему подносят цветы, предлагают благовония, что-то такое, типа пуджи наши проводят. Вот, но в действительности смыслом всего этого является разрушить все привязанности. Поэтому они говорят, ну, Будда как личность, да, он дал учение, мы ему благодарны и так далее, выражаем ему некое почтение, но в действительности его форма – это тоже все майя. Поэтому встретишь Будду, убей Будду. Вот так, такое у них понимание. Вайшнавы понимают философию иначе, что мы не должны быть привязаны к материальным формам, которые действительно являются формой майи, потому что они созданы во времени, и они уничтожаются во времени. Вот. Но форма этого материального мира существует только потому, что существует изначальная духовная форма. Вот. И, допустим, какой-то оригинал, объект, вот есть человек, да, который живет, ну, предположим, там 100 лет, да? Вот. Но в течение дня от этого человека может падать тень. Эта тень может расти, эта тень может уменьшаться, эта тень может исчезнуть, но сам человек остается. Точно так же джива живет вечно, но в течение вечного существования ее материальные тела могут как тень расти, потом они могут уменьшаться, исчезать, появляться какие-то новые и так далее. Вот. И поэтому привязанность к тени, она не является правильной, но привязанность к живой личности, она является правильной. Вот. Поэтому гопи в данном случае демонстрируют
привязанности не к каким-то там временным теням, временным формам этого материального мира, они демонстрируют привязанность именно к самой изначальной форме. Вот. Эта привязанность, она полностью стимулируется этим образом Кришны. Вот это называется сильная интенсивная любовь, прияма, то, что вот вчера утром Махарадж рассказывал про разные этапы прияма и так далее. Вот. И гопи фактически являются представителями того, как вот, что такое совершенство для нас, для Гауди Вайшнава. Вот, и поэтому их так называемая несдержанность эмоциональная, она не является пороком, она как раз наоборот является проявлением вот этой вот высочайшей эмоции, потому что нам рекомендуется сдерживать как-то свои вот эмоции, эмоциональные действия в материальном мире по отношению к временным объектам. Но когда наша привязанность перемещается уже в сторону Кришны, то здесь уже ничего не нужно сдерживать. Как раз вот, тут эмоциональная жизнь достигает своей максимальной полноты и естества. Поэтому гопи вот это вот естество и демонстрируют. Они находятся в Вриндаване, в обители Кришны. Вот, они находятся в своем естественном состоянии. Вот поэтому мы не должны воспринимать их вот такую повышенную эмоциональность, как что-то такое, связанное с сентиментами и так далее. Следующий момент – это то, что вот, тоже речь идет о том, что они сдерживали какое-то время свои чувства, и Бану Махарадж вчера тоже рассказывал о том, что у гопи тоже есть определенные обязанности, то есть мы знаем, что есть вот эти лилы Кришны, игры, но нам известно, что в каждой игре есть правила, не бывает игр без правил, то есть во что бы вы ни играли, хоть там в карты в дурака играете, хоть во что, то есть в любой игре есть какие-то правила. Вот, точно так же и игры Кришны, они тоже по определенным правилам протекают, и для того, чтобы эти игры достигали определенного какого-то максимума, вот здесь есть тоже определенные условия, как это сделать. Вот, и мы слышали вчера о том, что, значит, есть дхарма, есть обязательства перед семьей, перед обществом, есть какой-то общественный этикет и так далее, что замужняя женщина должна быть верна своему мужу, не нарушать вот, общественный порядок и так далее. И гопи действовали как замужние женщины, все, так сказать, чинно, благородно, все правильно, так сказать, все морально. Вот. Но это условия игры. То есть на самом деле Вриндаван — это не просто какое-то, вот, знаете, такое общество правильных людей, которые там все правильно делают, такие честные, верные, все там у них, так сказать, замечательно. Это просто, скажем, условия для того, чтобы создать вот этот вот максимальный накал эмоциональных отношений с Кришной. Вот. И как вчера Махарадж рассказывал, что, скажем, гопи – это те, кому приходится пожертвовать всем, даже в том числе вот этим вот социальным и моральным этикетом и своей репутацией. То есть они ставят себя под удар, что их будут критиковать за то, что они там среди ночи куда-то убежали, они могут вступать в конфликт со своими мужьями и прочее, прочее. То есть им есть чем жертвовать, и Кришна вот эту вот жертву ценит и принимает. Вот. То есть их преданное служение вступает в некоторый конфликт вот с этим вот социальным этикетом. И это как бы создает как раз вот необходимое условие для того, чтобы вот этот вот был определенный какой-то накал. То есть, допустим, если мы смотрим какое-то кино или читаем какую-то книгу, всегда интересна интрига, как вот завязывается некий сюжет какой-то. И всегда этот сюжет идет между какими-то... Всегда два элемента присутствуют. Позитивный, негативный, что-то такое вот желание кого-то чего-то там получить или достичь, и какие-то препятствия. И, в общем-то, вся интересность состоит в том, как человек преодолевает эти разные препятствия, как он достигает желаемого, как он избавляется от нежелаемого, каким образом, в конце концов, добро побеждает зло, но каким образом злу временно, так сказать, удается там как, добро как-то там сдерживать. То есть, фактически, если мы возьмем любой сюжет, чего хотите, о чем хотите, вот мы увидим вот это вот какое-то определенное противоборство, вот, и в конце концов какую-то победу, какую-то кульминацию, в чем, собственно говоря, и состоит интерес. А нам любопытно смотреть, читать или наблюдать, или слушать о том, как вот это все разворачивается. Та же интрига Рамаяны или интрига Махабхараты, вот, мы видим, что там все вот построено и вот на этом каком-то противостоянии. Вот, то есть другого способа создать вот нужное какое-то вот это вот такое эмоциональное состояние, которое будет приковывать наше внимание, его просто не существует. Поэтому вот эти вот все ограничения на уровне морали, социального этикета, которые
следуют также гопи, они являются каким-то несовершенством или косностью системы. Почему бы нам не устроить действительно мир такой полной вседозволенности, любви там, кто с кем, как хочет и так далее. Все, да, очень все здорово, но в конце концов интрига пропадет, понимаете? Вот пропадет этот накал, этот вот интерес, да? Поэтому как раз вот эти вот все правила, ограничения и так далее, они вроде бы как создают некий порядок в обществе, с другой стороны, они создают именно необходимые условия для вот этого вот какого-то эмоционального накала, напряжения, интереса, который, собственно говоря, и есть жизнь. То есть жизнь – это не просто какая-то такая правильная приснятина, вот, а что в жизни есть какие-то вот такие вот вещи, которые вроде как против правил идут, но при этом они, в них-то вся и изюминка, да, и вот мы видим, что гопи вроде как нарушают правила социального этикета, убегают из дома среди ночи. Я не думаю, что кто-то, так сказать, здесь из женатых мужчин был бы счастлив, да, если бы его жена там куда-нибудь на ночь глядя стала там одеваться, прихорашиваться там и там все, чао, там я побежала, да, ну, скорее всего, это было бы, наверное, большим беспокойством, да, вот, но это реально то, что происходило во Вриндаване, понимаете, да, вот, и вроде как это выглядит вот некое такое, что-то такое неправильное, вот, но Гаудия Вайшнавы говорят, что это как раз то, к чему нужно стремиться, потому что в действительности Кришна и является тем самым объектом высшего влечения. А второй момент, о котором здесь говорится, это судьба Акруры и его роль. Здесь сказано, что Акрура, гопи, они, когда Акрура пришел увести Кришну, они сразу восприняли появление Акруры как какой-то недобрый знак, потому что он был представителем Камсы, хотя он преданный Кришне, но формально он был на службе у Камсы. И когда человек из Мадхуры, от царя, появился во Вриндаване, женщины, как существа такие интуитивные, сразу заподозрили что-то не то. Вот, то есть, что за причина такая, да, вдруг ни с того ни с сего, а большому человеку, большому чиновнику из города появляться в деревне, они почувствовали, что какая-то может быть потенциальная проблема, они заволновались. И их интуиция не обманула в данном случае. Когда они узнали о цели визита Акруры, они стали иронизировать по поводу его имени, потому что буквально Акрура обозначает жестокий, отсюда английское слово cruel. Вот. Акрура обозначает нежестокий, то есть милостивый. Вот. И они стали говорить, что вот, тебя называют милостивый или нежестокий. Вот это некая какая-то ирония судьбы, потому что на самом деле ты приехал, чтобы совершить самый жестокий акт. Ты пришел для того, чтобы похитить у нас Кришну. Вот. То есть они критиковали Акруру за это. Акрура терпел все это, потому что у него было определенное задание, и он знал, у него была своя роль, может быть, не очень благодарная роль, но, тем не менее, в играх Кришны не все играют прямо такие уж позитивные роли, кому-то, так сказать, в пьесе даже достается иногда порой негативная роль. Итак, когда Акрура увозил Кришну с Баларамой, гопи очень сильно обиделись на него, это одно. И вот здесь говорится, там, по-моему, ссылка идет, если не ошибаюсь, на кого-то, Дживу Госвами, что ли, что поскольку главное прегрешение Акруры было даже не только в том, что он увез Кришну, это был его долг, а в том, что он не утешил гопи. И говорится, что по этой причине, что он не утешил гопи, он позже из Двараки, уже когда там был убит Камса, все, и когда он Акрура, значит, перебрался поближе к Кришне в Двараку, сам Акрура вынужден был на какое-то время разлучиться с Кришной и скрываться в Варанаси там по всяким разным причинам. Вот, то есть идея в том, что поскольку он причинил вот эту вот некоторую эмоциональную боль гопи и не утешил их, не извинился перед ними за это, то ему самому позже тоже пришлось вот пережить эту боль разлуки с Кришной, и значит, он вынужден был даже попасть в некоторую ситуацию, которая как-то бросила тень на его репутацию, и какое-то время он был в Варанаси. Вот, то есть идея в том, что
Там это было связано с этой историей камня Шьямантака, что, значит, там появился некий, был такой царь Сатраджит, который поклонялся богу солнца, вот, и этот господь солнца в качестве благодарности ему за его преданность подарил ему этот вот камень Шьямантака, и он с этим камнем появился в Двараке, ходил с ним там, как бог солнца сиял, вот, потом он установил его в каком-то храме, попросил брахманов поклоняться ему, вот, и этот камень, вследствие этого поклонения, этот камень он производил каждый день там по 85 килограмм золота, написано так в Шримад-Бхагаватам, огромное количество. Вот. И, естественно, что это стало каким-то источником беспокойств. Вот. И однажды, значит, кто там, сын этого Сатраджита или друг, уж не помню кто, некто Прасена, вот, он одел этот камень и решил, так сказать, отправиться с ним по... на прогулку куда-то там в лес на коне, вот, и его там какой-то убил лев, значит, забрал тоже этот камень, а этого льва убил там этот медведь Джамбаван, вот, забрал этот камень к себе, вот, и, короче говоря, когда этот, значит, камень исчез, и исчез, значит, этот Прасена, стали по Двараке ползти слухи о том, что это Кришна якобы, так сказать, убил этого Прасену, забрал себе камень Шьямантаку, потому что ну, он хотел, этот, чтобы этот камень отдали Уграсене, царю Двараки, а Сатраджит как-то там сомневался по этому поводу. Короче, возникла какая-то интрига непонятная, и вследствие этого по Двараке поползли слухи, которые бросали репутацию на, бросали тень на репутацию Кришны. И тогда Кришна решил, чтобы, так сказать, очистить свое имя от всех этих ложных слухов, найти, расследовать всю эту ситуацию, он пошел в лес. Они нашли этого мертвого Прасену, нашли этого мертвого льва, в конце концов, по следам дошли до пещеры этого Джамбавана. Вот, и там Кришна даже сражался с этим Джамбаваном, значит, за этот камень Шьямантаку, долго у них там шло сражение. В конце концов, Джамбаван признал в нем своего повелителя, потому что Джамбаван поклонялся Кришне Иисусе со времен Рамачандры. И он отдал, естественно, камень, и в качестве искупления своей вины еще отдал Кришне свою дочь Джамбавати. Вот, значит, то есть Кришна ушел просто за камнем, вернулся и с камнем, и с новой, так сказать, женой. Вот, и его репутация была очищена, потому что камушек, так сказать, вот вернули, все в порядке. Вот. А потом, значит, Кришна опять этот вернул камень Сатраджиту, и через какое-то время Акрура и его друг, некто там, кажется, Критаварма, вот, они, значит, зарешили все-таки этот камень у этого Сатраджита похитить, вот, и отдать его Кришне, потому что Сатраджит никак его сам лично не отдавал. То есть получилось так, что вследствие такого своего незначительного, можно сказать, оскорбления, невольного оскорбления в адрес гопи, то есть он их не оскорблял, он просто выполнил свой долг, но вот его вина была в том, что он не утешил их. Вот такая вот, знаете, вина, как это вот, ну, странная вина, да, что вроде как это не входило в его обязанности, но вот этот вот тонкий момент, что он стал причиной эмоциональной боли гопи, он, Кришна учел его. То есть закон причинно-следственной связи, он продолжает действовать на всех, в том числе даже на таких возвышенных вайшнавов, как Акрура. То есть он был, без сомнения, возвышенным вайшнавом, потому что здесь мы читаем, эта глава называется «Видение Акруры», и мы знаем, что он увидел в Ямуне вообще Вайкунху. Это, извините, чтобы увидеть Вайкунху в Ямуне, нужно быть человеком достаточно высокой духовности. Вот. И несмотря на то, что Акрура был таким, в общем, возвышенным преданным, его тоже коснулась эта реакция. Это говорит о том, насколько мы должны быть осторожны, действуя определенным образом, даже когда мы делаем правильные дела, кто-то где-то как-то остался обижен, эмоционально неудовлетворен. Вот это все равно нам как-то аукнется. Конечно, мы знаем, что полностью всего избежать невозможно, и люди, которые занимают какие-то, ну, активные социальные роли, где-то как-то они там манипулируют людьми, что-то такое делают, им реакции не избежать. Вот. Даже Махараджа Юдхиштхира, он при всей своей праведности, он вынужден был, так сказать, увидеть виртуальный ад на некоторое время, после того, как он уже ушел с земли там, и так далее. Вот. То есть смысл в том, что вот это вот закон
ответственности, он всегда сопровождает живое существо. Не нужно так думать, что я стал повторять Хари Кришна, поэтому теперь меня вообще ничего больше не касается. Это иллюзия. Нас может не касаться наша карма. Да, карма прошлого, мы можем ее сжечь, там уменьшить, но закон причинно-следственной связи не перестает действовать ни на кого и никогда. Вот. И поэтому даже какие-то тонкие, маленькие вот такие вот нюансы взаимоотношений, хочешь, не очень хочешь, они все равно нам аукнутся. Да? И вот когда, значит, эта ситуация сложилась, что, значит, этот Акрура и Критаварма, они наняли некого какого-то человека по имени Шадатхана или Шадатхани, не помню, как точно его имя, вот, и он, значит, убил этого Сатраджита, значит, забрал этот камень, вот, и вернули его Кришне, но поскольку это было убийство, какой-то заговор определенный, то какое-то время ему пришлось скрываться вот этому Акруре в другом месте, в Варанаси. То есть такова была реакция. С какой-то стороны получилось, что вот это его не совсем, может быть, почтительное отношение к гопи, в том смысле, что вот он немножко так к их чувствам отнесся без должного внимания, это аукнулось тем, что его ум в какой-то степени осквернился и, как говорится, там бес попутал в том плане, что вот они там к этому заговору стали иметь отношение, хотя вроде как ради блага Кришны, и потом так получилось, что Акруре какое-то время пришлось даже скрываться. В общем, целая интрига, это все описано в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, это в книге о Кришне. Вот. То есть это говорит о том, что мы живем все внутри законов Бога, и никогда не нужно думать, что мы полностью от всего этого свободны. Это не карма в буквальном смысле слова, но это ответственность, которая всегда сопровождает живое существо. В преданном служении она тоже никуда не девается, эта ответственность. Вот. И эти тонкие моменты, их также необходимо учитывать всегда. Вот, что совершая любое действие, мы не только совершаем действие, а это действие, что действие какой-то непосредственный плод приносит, оно также влияет определенным образом на ситуацию, на других людей, что кто-то может не совсем правильно понять наше решение или наше какое-то действие, или наше какое-то слово. Вот, и все даже эти вот неверные какие-то там непонимания, вызванные ими какие-то обиды и так далее, это все естественным образом приходит к нам. Конечно, можно по этому поводу несколько, так сказать, вообще прийти в уныние и сказать, ну что же делать, да? В материальном мире есть карма, и от нее никуда не денешься. Вроде мы встали на духовный путь, на путь очищения от кармы, и тут выясняется, на тебе, так сказать, тоже присутствуют какие-то определенные последствия, и даже преданным такого уровня, как Акрура, приходится где-то как-то, так сказать, страдать за все эти вещи. На самом деле это не является поводом для уныния, потому что, когда мы стали на путь преданного служения, все, что мы делаем, даже какие-то наши, может быть, по видимости, ошибки или что-то еще, Кришна использует, это может быть частью какого-то плана Кришны, потому что, если так вот эту ситуацию разобрать, ну, Акрура не мог уклониться от исполнения своего долга, то есть он должен был забрать Кришну и Балараму из Вриндавана в Матхуру. Он не мог сказать Камсе, что вот ты меня посылаешь на такое дело, которое вызовет какие-то реакции, я не хочу, да? Вот, то есть это невозможно, в преданном служении невозможно сказать «не хочу». Вот. Более того, у нас есть своя какая-то, так сказать, карма, которая тянется за нами очень и очень долго, вот всякие разные, так сказать, ее такие тонкие элементы. Только на уровне бхавы и премы она уже исчезает полностью. Вот. Поэтому какие-то вещи, в которых мы оказываемся, их мы не можем не делать, мы просто не можем не делать, даже если они принесут какие-то вот определенные последствия. Вот Кришна говорит, в конце концов, живое существо не может не действовать, каждую секунду оно совершает действие, влекомое своей собственной природой. Вот. А эту природу контролирует Кришна. Вот. Поэтому даже если наши обязанности, исполнение наших обязанностей приносит кому-то какие-то беспокойства, это не повод не выполнять эти обязанности. Любой царь, даже такой, как Махараджа Юдхиштхира, сказал бы, безгрешный царь, да, он правил идеальным образом, все равно были какие-то люди, которые обижены были на него, недовольны и так далее. И хочешь, не хочешь, ему пришлось все это также расхлебывать. То есть такова ответственность лидера, и от нее никуда невозможно деться. Но поскольку это все
идет в рамках Кришналилы, то рано или поздно все это как-то благополучно завершается. Вот, и поэтому, как вот эта вот реакция у Акруры, что он вынужден был временно покинуть Двараку и скрываться в Варанаси от всех этих каких-то слухов, от этих последствий интриг и так далее. Вот, но позже это все закончилось, он вернулся и так далее. То есть очень хорошо то, что время... У Кришны есть такое качество, что он милостивый, снисходительный. Есть такая сила, как время, которая всему дает начало, все поддерживает, в конце концов все завершает. Вот, поэтому все вот эти несовершенства, которые могут сопровождать нашу деятельность, наши поступки, они в конце концов как-то заканчиваются. И они заканчиваются тогда, когда живое существо приходит ко всем этим правильным, окончательным внутренним выводам, что я слуга Кришны, при всех обстоятельствах, неважно, какие там будут последствия, я все равно стою своим слугой. Как в последнем стихе Шикшаштаки Господь Читания говорит, «Ашлишьява падаратам пинашту мама даршана мармахатам карутува ядхататхата ядхататхава видатхату лампато матпрана надхастусаева напара». То ты можешь... обнять меня крепко с любовью, ты можешь разбить мое сердце, не появляясь перед моими глазами, ты можешь попинать меня, так или иначе, в любом случае ты остаешься Господом моего сердца, которому поклоняюсь. То есть здесь Господь Читания демонстрирует такое понимание, что независимо от того, какими последствиями сопровождается наше служение, что вот не нужно думать, что мы пришли к Кришне, и теперь отныне каждый день будет хорошая погода, и все будет безоблачно, и все будет хорошо. Нет. Вот, жизнь полна всевозможных контрастов, и преданным тоже порой приходится переживать не только, так сказать, славу, но и позор, и какие-то там какую-то критику, и что-то еще. Вот, это все не является поводом не действовать, не выполнять свой долг. Так думают имперсоналисты, они говорят, ой, там, это материальная жизнь, это такая проблема, это социальная жизнь, зачем она нужна, эти организации, зачем это все нужно, просто повторяй Хари Кришна, или это семья, зачем она нужна, столько проблем, эти дети, эти деньги, эти болезни, эти социальные условности, все это, зачем это нужно, все это нужно бросить. Ну, так рассуждают имперсоналисты, которые не понимают, что такое долг, вот, которые хочется избежать всего. Но избегая долга, они избегают служения, потому что в служении неизбежны какие-то вот, сказать, такие действия, которые могут где-то как-то кого-то и задеть, и ранить. Это неизбежно, потому что мы живем в несовершенном мире. Мы сами несовершенны, другие несовершенны, материальная природа чинит множество разных препятствий. Вот поэтому тот, кто так вот немножко идеалистически думает, что, значит, если ты хочешь быть полностью спокоен, вообще ни с чем не связывайся, все стоит всего в стороне. Да, может быть, так сказать, человеку удастся в какой-то степени всего избежать, но также он и будет, если он занимает стороннюю позицию, то он в стороне всегда и будет оставаться. То есть фактически его и обойдет тогда самое главное. Самое главное – это все-таки, когда Кришна видит, что преданный не боится исполнять свой долг. Вот, и он делает все, даже принимая на себя последствия какие-то. Как Арджуна уже боялся реакции, Кришна говорит, ну, реакции есть долг, долг выше. Вот, он говорит, я защищу тебя, не бойся, я защищу тебя от всех последствий твоих грехов. Вот, это не обозначает, что Арджуна был, так сказать, полностью вот в таком плане материальном счастлив и так далее. С ним тоже масса всего происходило, несмотря на то, что Кришна был на его колеснице. Во время битвы Арджуна потерял своего сына. Вот, он, значит, переживал тоже очень сильно, много всего. То есть их жизнь была, с материальной точки зрения, не сказать, что они там все там как сыр в масле купались. Они катались, они там и через изгнание прошли, и через унижение прошли, и через потерю царства, через что только они не прошли. Вот. При этом Кришна всегда был рядом. Вот, то есть, и он объяснял им спокойно, что вот, ребята, крепитесь, все хорошо, вот я вас поддержу и так далее. То есть не нужно думать, что преданное служение, исполнение долга
прямо уж гарантирует нам такую безоблачную жизнь. Пока мы в этом материальном мире, здесь много всего может сопровождать нашу, так сказать, нашу деятельность. Вот в нашей судьбе может проявляться много разных неожиданных вещей. Вот. Но это не повод не делать ничего. То есть это повод набраться терпения, стать трансценденталистами и реагировать философски и спокойно ко всем материальным проявлениям. Но вот что касается духовных проявлений Кришны, то здесь как раз вот эти вот эмоции, они являются тем, что нужно. Вот, по отношению к материальному миру эмоции пусть будет по минимуму, а по отношению к Кришне эмоции пусть будет по максимуму. Вот это как раз то, что и демонстрирует тут гопи. Хари Кришна. Вопросы? Комментарии? Дополнения? Да. Еще раз, у кого? Медведь, который когда камень прошел, простите, вот, который дочка Кришны, она ушла, она медведица была? Дочка Джамбавана, была ли она медведица? Нет, Джамбаван, он описан, как его там называют, одной из его имен, Рикшарадж. То есть буквально Рикша, ну как он, типа как... Медведь, не медведь, какие-то такие, может, медведеподобное какое-то такое существо. Вот. Но нигде не дается описание, что Джамбавати, его дочь, была там какой-то медведицей. То есть Кришна как бы на медведице не женится, то есть она была человеком. То есть это не медведь, в буквальном смысле слова, как вот у нас там какой-то медведь, знаете, там в тайге там эти шишки сбивает, лосось какой-нибудь ловит. Вот. То есть есть такие формы жизни, как бы, типа такие промежуточные, их могут называть там кимпуруши, как бы там люди, полулюди, вот не поймешь, что такое, что какие-то средние, переходные. Вот. Поэтому нигде не дается такого описания, что Джамбавати была там какой-то медведицей. Вот, то есть здесь все в порядке, потому что Кришна ответственный человек, не человек, играл роль ответственного человека, скажем прямо. Вот, и у каждой из его жен были, так сказать, дети там, по 10, по-моему, там, сыновей, что ли. Вот, все они были людьми, его наследниками, и Кришна вряд ли бы допустил, что кто-то из его, так сказать, наследников, он там какое-то имеет странное происхождение или странный образ, что вызывало бы какую-то там общественную критику и так далее. Вот, поэтому нигде не встречается такого описания, что вот она была именно такой вот породы, какой-то там животной. Вот. И, как я понимаю, этот Рикшарадж, он был каким-то таким вот существом, с одной стороны, человекоподобным, с другой стороны, вот из рода этих вот каких-то, не знаю, там, полудиких или каких-то там таких вот существ. Как-то так. Еще? При этом преданным. Пожалуйста. А что произошло, что случилось со всеми женами Кришны и его сыновьями, когда он оставил землю? Что случилось с женами Кришны и сыновьями, когда он оставил землю? В Бхагава там описывается, что, значит, когда началось вот это вот, когда династия Яду отправилась в эту Прабхасу на пикник, это Дварака, это как остров, а Прабхаса это побережье, от которого, собственно говоря, движение шло на этот остров. Они туда отправились на пикник, то есть Кришна уже сворачивал свои лилы, и он для мужской, так сказать, половины династии Яду, он, значит, уготовил такую, как бы, ну, смерть в бою, что называется. Там, поскольку династия попала под проклятие брахманов, вот, так получилось, что один из династии Яду, этот Самба, неудачно, так сказать, пошутил над мудрецами. Он
переоделся Женя в женское платье, в эту сари, и под сари засунул какую-то подушку, то есть изобразил себя беременную женщину. И, значит, спросили мудрецов, кого родит эта женщина. Вот. И мудрецы, так сказать, быстро поняли, что с ними, так сказать, так шутят, пытаются их разыграть. И не у всех мудрецов такое, знаете, чувство юмора. Они решили, что лучше, как бы, ну, покарать этих людей, что с мудрецами шутки плохи. И эти мудрецы сказали, что эта женщина, в кавычках, родит железную палицу, которая станет причиной разрушения династии Яду. Вот. И действительно, сказать, вместо подушки под этим сари, там вдруг она превратилась в тяжеленную такую металлическую палицу. И эти юные, так сказать, представители рода Яду, они страшно перепугались, прибежали к этому Махараджу Украсени. Он приказал эту палицу вообще сточить в порошок, ее спилить в порошок, и высыпали эту, вот этот порошок, металлические эти опилки, как раз на побережье Прабхасы. Вот. А так получилось, что там, ну, росли какой-то бамбук, не бамбук, или какой-то тростник, что-то там на берегу, и, короче, все это, все эти металлические опилки, они, так сказать, впитались в эти бамбучины, в эти палки. Вот. И потом, когда эта династия Яду, они, так сказать, немножко хлебнув лишнего, так сказать, напитка, вот они там праздновали День Победы очередной, вот, когда после окончания Курукшетры, годовщину какую-то. Вот. И когда они начали вспоминать там, кто там за кого сражался, как и что, ну, знаете, там много было разных таких горячих обсуждений, в конце концов они переругались, вот, и стали выламывать эти вот прутья, лупить друг друга, и, короче говоря, они были эти железные, эти прутья, они друг друга поубивали. Вот. А для женщин такая смерть не годится, естественно. Вот. И Кришна сказал Арджуне, что ты моих жен забери, уведи их, так сказать, Хастинапуру. Вот. Но по пути, когда уже Кришна уже ушел из этого мира, Арджуна потерял всю шакти, то есть, потому что шакти Арджуна, она была вся целиком и полностью основана на его отношениях с Кришной. И когда Кришна ушел, Арджуна не мог понять, почему какие-то там появились какие-то бандиты, какие-то деревенские какие-то люди, которые, значит, у него отбили всех этих вот женщин, куда-то их увели. Вот Арджуна подумал, как это вообще такое может быть, что я великий воин, победивший на Курукшетре, вот, справившийся со многими вооруженными до зубов личностями, тут вдруг не могу ничего противопоставить, просто как банде каких-то там пастухов вообще непонятных. Вот, то есть он понял по этим признакам, что Кришна ушел. Вот, естественно, что это были не простые какие-то пастухи, это Кришна в такой форме похитил, забрал, так сказать, своих жен. Вот. И сыновья, они все как бы разделили участь мужской половины династии Яду, то есть они все погибли в Прабхасе, то есть Кришна никого фактически не оставил после себя. И Шрила Прабхупада объясняет, почему. Потому что он говорит, значит, если вы были какие-то прямые потомки Кришны, вот, то это, ну, могло бы создать определенное беспокойство в обществе, вот, потому что, ну, если вы непосредственно сын Бога, то, знаете, в отсутствии Бога можно там слегка и загордиться. А был один только, кто там во Вриндаване, как его, а? Да, вот Ваджранат, который эти вот многие места, значит, во Вриндаване восстановил, связанные с играми Кришны. Вот. А все остальные, они, так сказать, ушли, как династия Яду, ну, как полубоги, которые пришли с небес ради игр Кришны. Не понял? Я не читал, я не слышал никогда дальнейшего описания, что там было дальше, когда эти пастухи отобрали куда-то у Арджуны. Вот. Мы можем только мыслить, что называется, на основе сиддханты, что жен Кришны не может коснуться никто, кроме Кришны. Вот. И поэтому, если это произошло, значит, это просто Кришна устроил таким образом, что под видом каких-то там, не знаю, кого-то, пастухов и так далее, он их просто забрал с собой. Дальнейшее описание, куда они там, так сказать, дематериализовались, это я уже не встречал. Но можно быть уверенным, что
как Кришна говорит в Бхагавад-гите, смело объявляю любому, мой бхакта никогда не погибнет. То есть он заботится обо всех своих преданных. Как бы, может быть, это все внешне драматично не выглядело. А? Не было ли дочерей? Насколько я помню, в книге о Кришне описывается, что у каждого из его жен было по 10 сыновей, да? Насколько я помню. Про дочерей сказано не было. По одной дочери были. Вот пандиты говорят местные, что по одной дочери были. Значит, дочери, наверное, были с женами Кришны. А еще? Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.